Армения расширяет свои границы. В Твери открылся второй одноименный магазин популярного в городе социокультурного проекта «Армения». Еще один уголок армянской культуры, традиций и кухни теперь находится в самом центре города, на Свободном переулке. Первый день работы магазина превратился в большой праздник для гостей и друзей проекта «Армения». Первый магазин проекта «Армения» был открыт в Твери в ноябре прошлого года. За 8 месяцев работы он набрал большую популярность у тверитян, а потому открытие еще одного магазина не заставило себя долго ждать. В соответствии с гостеприимной армянской культурой на презентации нового магазина собрались десятки гостей и друзей проекта. Для них был накрыт стол, а на входе встречала армянская музыка. В числе приглашенных – первые лица региона. Понимаешь, когда придешь в такой магазин, ты понимаешь, что ты действительно приобретешь экологически чистый продукт, действительно, и хорошие напитки. Проект «Армения» знаком жителям Твери как место, где можно не только соприкоснуться с армянской культурой, но и приобрести для себя ее частичку. В широком ассортименте в магазине представлены продукты и напитки от лучших производителей Армении. Это сыры и мясные деликатесы, крупы и сладости, чай и варенье, компоты и вода. Кроме того, здесь можно купить традиционную армянскую выпечку, кисломолочные продукты, сухофрукты, орехи и специи. Армянский народ – это, наверное, один из тех самых близких нам по духу народов. Мы это всегда чувствуем, понимаем. У нас очень много общего и в нашей религии, и в духовности нашей. Как рассказал нашему телеканалу руководитель проекта «Армения», новый магазин не будет отличаться от первого, работающего на проспекте Калинина. Здесь будут действовать те же акции и скидки. Это один из главных принципов сетевого магазина «Армения». Несмотря на все сложности, уверен Артур Асаян, проект продолжит радовать тверитян. Конечно, волнение все было. Время сейчас непростое. Ну, слава богу, все есть. Это востребовано, это видно. Так что все хорошо. Также Артур Асаян признался, что в планах у него расширять проект «Армения» на территории города. Скоро это будет не только магазины, но и кое-что еще. А что именно, руководитель проекта пока держит в тайне. Добавим, новый магазин «Армения» открылся на Свободном переулке 22.